Родители учеников Химкинской школы номер 14 проверили качество питания в образовательном учреждении. Для дегустации предложили вкусные и питательные блюда. О том, что было в меню, рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай. Сегодня у нас в меню была пшенная каша на завтрак, напиток из цикория, а на обед пельмени. Вот с особым удовольствием и интересом родители как раз попробовали пельмени. И неудивительно, что они нравятся нашим детям, родителям они также понравились. Во время проверки посмотрели кухню, витрину с выпечкой, оценили состояние оборудования. Я всегда спрашиваю, достаточно ли выпечки. Все время раскупают все и забирают. Муниципальные депутаты вместе с родителями активно участвуют в проверках, учитывают пожелания и предложения. Депутат Надежда Смирнова отметила, что с началом нового учебного года школьное меню изменилось. Например, супы из консервов убрали. Хочу сказать, что родительский контроль – это очень удобная система мониторирования качества продукта. Хочу также напомнить, что это продолжается программа губернатора нашего Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Сегодня нам представили наши уважаемые повара. Каша пшеная очень вкусная, фасолевый суп прекрасный. По итогам проверки в школе номер 14 замечаний не выявлено. Родители школьников могут записаться на подобную дегустацию и лично убедиться в том, что ребенок питается вкусно и полноценно. Такие мероприятия проводятся в городском округе Химки на регулярной основе. Это позволяет непрерывно улучшать качество школьного меню. Вильфрид Демковский, Елена Тараненко, новости Химки ТВ.